Могу сказать о провокации. Провокация прошла с ужасом. То есть мне ввели наркотик, сыворотка сработала. У меня было 2 остановки сердца. Короче, все было тяжело. Очень. Ну, а эффект провокации ты получил то, что хотел? Да, я получил эффект провокации на 100%. Считаю, что наркотики теперь это смерть. Как бы так. На сегодня, когда ты видишь наркомана или наркотик, какие вызывают тебя чувства эти? Чувства отвращения. Даже к наркоманам нет никакой жалости, только отвращения. Это спустя 2 месяца или сразу началось? Нет, сразу. Ребятам, которые решаются пройти провокацию или хотят пройти провокацию, что ты посоветуешь им пройти или нет? Ну, посоветую, конечно, тем ребятам, которые уже, не знаю, как сказать, достигли дна. Я думаю, что эта процедура им очень поможет. Тебе она помогла, да? Да. Не жалеешь вообще? Нет, не жалею.